Песня «Амар пелош доеш» «Любить за двоих» португальского певца Салвадора Собрала покорила сердца европейцев. Он стал первым, по мнению и телезрителей, и жюри, получив 758 баллов. Второе место занял самый молодой участник конкурса, 17-летний русско-болгарский певец Кристиан Костов с песней «Beautiful Mess» «Прекрасный беспорядок». Победитель конкурса поднялся на сцену, чтобы получить трофей конкурса «Хрустальный микрофон» вместе со своей сестрой Луизой Собрал, которая написала музыку и текст песни. Я знал, что наша песня необычна, уникальна, но до сих пор история была против нас. Много лет у нас были плохие результаты. Нам было уже трудно представить, что однажды мы сможем победить. Португалия участвовала в Евровидении с 1964 года, но ни разу на этом конкурсе не побеждала. До сих пор ее лучшим результатом было 6-е место. Поэтому эта победа стала для португальцев настоящим праздником. Справжнім святом. Марія Коренюк, Євроньюз, Київ.